Так. Вот это вот уже точно серия номер 3. Что у нас здесь? Провод силиконовый, двойной, должен быть мягкий. Да, это мягкий силиконовый провод для автомобиля, для звука, для 2 на 20 АВГ. Для подсветочки какой-то можно использовать. Можно использовать в ремонте колясок на морозе, не будет дубить. Ссылка на него будет в описании. И он нам пригодится еще для проекта.